К другим новостям. Не справился с управлением и врезался в столб. ДТП произошло в воскресенье в полдень. На момент аварии в маршрутном автобусе 8М находилось порядка 15 пассажиров. 9 из них обратились за помощью в медучреждение. Сейчас двое находятся на лечении в травматологическом отделении 3-й городской больницы. Столько же в челюстно-лицевом. Алена Хан продолжит. Авария произошла около 12 часов дня на улице Ярослава Гашика рядом с магазином «Светофор». В это время в маршрутном автобусе 8М находились около 15 пассажиров. При столкновении порядка 10 из них получили травмы разной степени тяжести. За рулем автобуса был 60-летний водитель. Из-за плохого самочувствия он не справился с управлением. Водитель маршрутного автобуса почувствовал себя плохо и совершил наезд на опору линии электропередач. В результате чего два пассажира были госпитализированы в больницу. Также 6 пассажиров данного автобуса обратились в больницу. По данному факту был собран административный материал. После оказания первой медицинской помощи двоих пострадавших в ДТП отправили в отделение челюстно-лицевой хирургии. Двое находятся на лечении в травматологическом. Пациенты с закрытым переломом голени завтра должны прооперировать. Остальные после обследования смогли самостоятельно отправиться домой. Закрытый двухлодыжечный перелом у одного со смещением, он обследуется на оперативное лечение. А у женщины двойной перелом малоберцовой кости, гематома, ссадины голени. Вот, в последующем другие 4, которые они обошлись различными травмами, ушибами, гематомами и ссадинами. С начала года в Петропавловске произошло 4 ДТП с участием общественного транспорта. В них пострадали 4 человека. Алена Хан, Рустам Тлюжанов, новости МТРК.